Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Больную раком Анастасию Заворотнюк парализовала. Появились новые данные о состоянии актрисы. На фоне смертельно опасной болезни у звезды сериала «Моя прекрасная няня» произошла частичная парализация. И теперь артистка не может передвигаться самостоятельно. Новость о том, что Анастасию Заворотнюк, предположительно борющейся с опухолью головного мозга, выписали из клиники, стала настоящей сенсацией. В СМИ посыпались материалы с комментариями экспертов. Общий характер этих сообщений оказался неутешительным. Актрису выписали, потому что лечение неэффективно. Но не тут-то было. Как передает телеграм-канал Маш, примечательно, что это издание оперативно, дозировано и почти каждый день выдает новые данные о Заворотнюк, артистку взялись лечить в другой столичной больнице, и якобы там поднимают на ноги тяжело больных. Говорят, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» развился порез правой части тела, парализована правая рука. Артистка не может самостоятельно передвигаться. Медики проводят специальные водные процедуры, а также занимаются с актрисой в зале эрготерапии. Возле клиники постоянно дежурит скорая помощь, рядом с Анастасией находятся родственники. Они сменяют друг друга, чтобы артистка ни на минуту не оставалась одна. Отметим, что до сих пор ни муж, фигурист Петр Чернышов, ни старшие дети, Анна и Майкл, ни слова не сказали о состоянии Анастасии Заворотнюк. Их молчание провоцирует СМИ тиражировать подчас откровенно фейковые новости. Шоумен Дмитрий Шепелев, похоронивший свою возлюбленную певицу Жанну Фриски, страдавшую от рака головного мозга, призвал семью актрисы выступить с официальным заявлением и положить конец спекуляциям. Но те, видно, придерживаются своей позиции. А как вы считаете, должны ли родственники уже сказать что-то? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!